Итак, встречайте, команда с громким именем, представительница муниципального учреждения «Вариант», команда «Капитаны». Чувак, я не голосовал. Кто проспал? Ну и какая твоя предвыборная кампания? Вернуть все казино обратно. Стасу нужно хотя бы трусы отыграть, а то 2 года без них играет. Ну что, ребята, встречайте, команда «Капитаны». Помню. А затем до дня космонавта могут произойти очень курьезные случаи. Случай поезда. Хочу быть сильным. Они вам не пойдут. Почему? Они пойдут и все. На каждой вечеринке именно такая ситуация происходит в подъезде. О, Тонька, ты чего так вот ездишь? Холодно, наверное. Да не, нормально. Да холодно, Тонька. Да нет, нормально. Хочешь массаж тебе, Тонька, сделать? Нет, не хочу. Да хочешь, я профессиональный массажист. Знаешь, Тонька, мы уже 3 года играем в КВН, и я думаю, что нам с тобой надо уже перейти вот на... Все, извини. Вот, Тонька, знаешь, а в детстве я тебя первый раз встретил. Извини, воспоминания нахлынули. Вот, больше не повторится.
А матч Барселона и Ярослав Тишини подходит к концу, и на того 16-16-16-1! Ребят, я вот что подумал. Какая разница, ты сегодня у нас капитан? Главное, чтобы сегодня вечером у меня все срослось. Не правда, Лев? Нет. За себя говори.